Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И коротко о том, какая нас сегодня ожидает погода. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Ночью в горах плюс 2, минус 3 градуса. Днем столбик термометра поднимется до плюс 15. В Черкесске без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4. Днем плюс 17, плюс 19 градусов. Самым ожидаемым событием этой осени в культурной жизни абазин стал концерт «Абазинские песни. Незабываемые». На новый лад зазвучали музыкальные композиции прошлого столетия. Этим концертом завершился фестиваль абазинского языка и литературы, организованный Международным объединением Алашара и Карачаево-Черкесским госуниверситетом. Более 100 учеников приняли в нем участие. Победителям в разных номинациях вручили грамоты и дипломы. Затем ведущие артисты современной абазинской эстрады представили зрителям новые версии 15 песен прошлых лет. Сегодня мы показываем концерт в рамках проекта «Абазинские песни незабываемые». Это проект, который первый год мы реализуем. Он предусматривает возрождение, так скажем, тех песен, которые были популярны в 60-х, 80-х годах прошлого века. Это песни абазинских авторов Мусы Ионова, Лизы Апсовой, Мухарби Агачева и других композиторов. Первый организаторский опыт, в первую очередь, да? Ну и большой-большой огромный интерес поработать с нашими самыми талантливыми исполнителями на данный момент. Ну, для меня это вызов, очередная такая ступенька в моей такой небольшой карьере музыкальной. Ну, очень было интересно. Мы выбрали, в принципе, ну, почти самые хитовые песни тех времен, там, начиная с 60-х, заканчивая по 90-е годы. То есть они уже раньше записанные были. Мы примерно знали, от чего отталкиваться, просто немножко свои штрихи какие-то внесли. Естественно, с нашими современными исполнителями это немножко зазвучало по-другому. Боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой престижной спортивной организации UFC, чемпион России по армейскому рукопашному бою Альберт Туменов в Черкесске встретился со спортивной молодежью республики. Беседа была инициирована Министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии. Альберт Туменов рассказал ребятам о своей спортивной карьере, поделился секретами успеха. По мнению спортсмена, они просты – это мотивация, ежедневный труд и дисциплина. Уроженец Кабардино-Балкарии начал заниматься спортом с 6 лет, придя в секцию карате. В 12 он перешел на рукопашный бой. Чемпион России по этому виду спорта последние 6 лет успешно занимается боевым искусством, выступая под эгидой UFC. На встрече Альберт Туменов подробно ответил на все вопросы юных спортсменов, а также сообщил о том, что по приглашению Министерства спорта Карачаево-Черкесии проведет мастер-класс. Не только в России, а во всем мире очень считается сейчас одним из быстрорастущих видов спорта. И я думаю, если кто-то серьезно хочет заниматься этим, то я думаю, можно и хорошо зарабатывать, и обеспечивать семью, себя. Так что нужно просто усердно работать. Следующий выпуск «Вестей» с Ашимезом Хешховым смотрите в 11:45. А у меня на этом все. До завтра.